Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Сьогодні, 4 лютого, Всесвітній день боротьби проти раку. Будемо говорити про це питання з психологічної точки зору. Психосоматика раку. Чи існує зв'язок між хронічним або сильним стресом та появою пухлини? Сьогодні про це будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» психологиня Катерина Міллер. Пані Катерино, я вас вітаю. Як я вже сказала, дійсно, чи існує зв'язок між хронічним або сильним стресом та появою пухлини, що взагалі говорить психосоматична теорія раку? Вообще считается, что рак – это соматическое заболевание. Такие данные были предоставлены в результате исследования, которое проводилось с участием онкобольных. И когда им задавали вопрос, переживали ли они какие-то стрессовые ситуации, переживали какие-то травматические события, большинство ответило «нет». А потом, когда врачи начинали уже работать непосредственно с этими больными, то стало очевидным, что в анамнезе у большинства в детстве была детская травма. Это возраст от 0 до 5 лет. И за некоторое время, год-три, до возникновения болезни, до обнаружения болезни, люди тоже переживали вот такие какие-то сильные потрясения, какие-то стрессовые ситуации. Поэтому возникла так называемая психосоматическая теория. Конечно же, она распространяется не на всех больных. То есть есть люди, которые болеют раком вследствие работы, допустим, на вредном производстве. Но в большинстве случаев нужно понимать, что рак – это полидетерминантное заболевание. То есть это болезнь, которая возникает вследствие комплекса причин. И в том числе, и, как вы сказали, хронический или длительный стресс – а также пережиті травматичні события, психотравмуючі события. Як от знову ж таки послідовники психосоматичної теорії говорять про що говорять вони про допомогу пацієнтам, якою вона повинна бути? Существует так называемая онкопсихотерапия. Это помощь больным со стороны психотерапевтов, со стороны медицинских психологов, психологов частной практики. И самое главное, что нужно понимать, больные раком есть такая общая черта, они не умеют расслабляться, они очень часто сильно напряжены, и они не принимают свое тело. И вот первое, что делают специалисты, это учат этих больных расслабляться, принимать свое тело, потому что пока человек не принимает себя, говорить о каких-то положительных результатах, к сожалению, не приходится. Це перша задача – це навчити приймати себе. А якщо говорити про профілактику, ми знаємо, що якось вберегти себе від таких тяжких захворювань досить складно, і все ж таки, от знову ж таки, з психологічної точки зору, якось можливо вберегти себе від появи раку? Безусловно. А, во-первых, це образ житті, це дуже важливо. Важливо розуміти, що ми те, що ми їдимо, тобто потрібно слідити за своїм питанням. Стараться употреблять натуральную, настоящую пищу и поменьше пищу с использованием каких-то канцерогенов, пищевых добавок. Конечно же, это не употреблять, не злоупотреблять алкоголем, да, то есть вести его до минимума, и табакокурение исключить, потому что это те факторы, которые очень сильно вредят здоровью. Также сейчас очень серьезная проблема – это бессонница. Это проблема, которая сейчас касается, наверное, большинства людей вообще во всем мире. Потому что влияние телефонов, телевизоров, планшетов, ноутбуков, вот это синее свечение, все это нарушает сон. Если человек не высыпается, не отдыхает, не восстанавливается его нервная система, не восстанавливается его иммунная система, и, соответственно, иммунитет снижается, и возникает риск заболеть, ну, в принципе, любыми заболеваниями. Если добавить сюда хронический длительный стресс, то вот мы имеем уже, да, фактор возникновения, фактор риска такого возникновения каких-то тяжелых заболеваний. И для того, чтобы не было, конечно же, это образ жизни, образ мыслей. То есть человеку нужно понимать, что нужно учиться максимально спокойно, по-философски воспринимать все, что происходит в мире. Потому что мы не можем отменить многие события, но мы можем научиться более спокойно их воспринимать. И вот задача психолога как раз помочь человеку
поменять восприятие себя, окружающего мира, зачастую своей семьи, потому что очень часто у онкобольных, у них очень такие серьезные какие-то конфронтации с близкими, у них есть внутренний конфликт. Так вот, задача психолога, конечно же, помочь со всем этим разобраться и по-новому посмотреть на жизнь. И еще хочется добавить, что очень часто так получается, что болезнь — это как подсказка человеку, что так, как ты живешь, уже жить нельзя, нужно что-то менять. И я работаю с онкобольными, и часто слышу из их уст, что если бы не болезнь, то я бы не изменился. То есть болезнь помогла поменяться. От ми з вами, до речі, говорили про те, що дійсно треба відповідати собі на запитання, для чого я захворів. Як от на вашій особистій, можливо, практиці людина може завжди знайти відповідь на це запитання? Вони завжди от якось оптимістично починають дивитися, або все ж таки більшість не може знайти відповідь на питання, для чого я тоді захворів? Вы знаете, вначале, когда человек узнает о своем диагнозе, конечно же, у него состояние шока, отрицания, гнева, этого не может быть, почему я, почему другие здоровы, я заболел. И, конечно же, для того, чтобы найти ответы на вопрос, для чего это, да, то есть сразу звучит позиция «а за что?». А ответ «для чего?» появляется значительно позже. И я вам скажу, что достаточно сложно, наверное, человеку найти самостоятельный ответ. Здесь нужна помощь специалистов. И здесь очень важна поддержка и лечащего врача. Очень важно, чтобы доктор сумел найти вот эти правильные слова, сумел подбодрить, сумел показать, что выход есть. Обязательно ты выздоровеешь. Просто для этого нужно поменять себя, потому что так, как ты жил раньше, уже жить невозможно. И, конечно же, в этом помогают психологи. Это задача психологов, это психологическая поддержка. Это вот, и когда это в комплексе, когда есть и врачебная помощь, и психологическая поддержка, то, конечно же, результаты будут очень хорошими, положительными. Скажіть, будь ласка, що насправді відчуває людина, яка дізнається про свій діагноз рак? Як я розумію, на своїй практиці ви знову ж таки з такими людьми працюєте. От їх внутрішній світ, як він змінюється, що вони починають відчувати? Я вже немножко чуть-чуть раніше сказала, да, що спочатку це такий шок, це отрицання, гнів, там може бути депресія. Опять-таки, все залежить від состояния человека на момент, коли йому це сказали. Все залежить від його каких-то личностних особенностей. Тобто всі люди різні, да? І все зависит от того, какая стадия рака, когда он был обнаружен. То есть, когда это только начало, конечно же, врачи дают такой очень хороший прогноз. Когда это уже третья, четвертая стадия, то, конечно, здесь уже будет сложнее. И что ощущают люди? Страх, беспомощность, отчаяние. И замечательно, когда есть поддержка близких, когда родные говорят, не волнуйся, мы справимся, все будет хорошо. Поэтому, ну, конечно же, сначала это чувства негативные. И уже когда лечение продвигается и есть такой хороший прогноз, человек немножко успокаивается. Появляется вера в себя, появляется уверенность в том, что я знаю, что я выздоровею, я справлюсь. И очень радостно видеть вот такие положительные перемены в восприятии человека. Это очень здорово. Ну, а дійсно, от правда, що чим краще людина відноситься до себе, знову ж таки, чим вона легше сприймає свою хворобу, тим більше у неї шансів на одужання. Безусловно. Безусловно. Чим легче человек вообще по жизни в плане восприятия, да, то есть когда он понимает, что есть ситуация, но есть возможность с ней справиться, ведь он же не один, есть врачи, есть психологи, есть родные близкие, то есть у него есть поддержка, конечно же, ему будет проще. А когда человек находится, знаете, в таком подавленном состоянии, еще очень важно состояние человека, когда человек в состоянии агрессии, гнева, злости, я справлюсь, я смогу, я сумею преодолеть болезнь, конечно же, прогнозы более оптимистичны. Когда человек в таком апатичном, депрессивном состоянии, конечно, это хуже, потому что вот такое подавленное состояние, оно отбирает последние силы. Человек просто складывает руки и идет к концу. И вот с этим состоянием очень важно работать. Важно дать человеку понять, что какой бы ни была ситуация, но шанс есть всегда. И очень важно понять, для чего ты живешь, потому что многие люди, которые болеют раком, они не могут найти ответ на этот вопрос, для чего я живу, зачем, я не хочу. Они сознательно себя, получается, губят. И вот здесь очень важно и врачам
и психологам, и близким обозначить вот эти цели, ради которых человек живет. Потому что цели — это и жизнь, и здоровье, и семья, и близкие. Потому что в этом человеке нуждается очень много людей. Очень важно на это сакцентировать внимание, чтобы человек действительно понял, и у него появилось желание бороться, появилось желание жить, бороться вот действительно за свое здоровье, за свою жизнь. Ми ще трішечки пізніше поговоримо про підтримку саме близьких людей, а хочеться поговорити про роботу психолога. Можливо, є якісь методи, які психологи використовують для покращення стану онкохворої людини? Якщо брати опит германських спеціалістів, наших колег, з якими ми дуже плотно співпрацюємо, то вони применяють методи, які практикуються вже в течение 60-40 років. Одним из самых таких важных методов – это концентративное расслабление. Это научение больного концентрироваться на своем теле, обучение приемам саморегуляции, то есть умение совладать со своими эмоциями, особенно когда они негативные и захлестывают. Это умение удержать себя в таком достаточно спокойном состоянии. Это умение расслаблять себя вовремя, давать телу своевременный отдых, потому что когда общаешься с онкобольными, достаточно часто звучит фраза, что последнее время я чувствую себя как загнанный какой-то волк. Я постоянно работаю, я не отдыхаю. И вот это состояние «я не отдыхаю», я постоянно в какой-то гонке, как белка в колесе, оно очень часто и провоцирует возникновение болезни. Поэтому человеку важно понимать, что после бега очень важно отдохнуть. И вот концентративное расслабление, оно позволяет человеку научиться чувствовать тело, давать своевременный отдых, регулировать внутренние какие-то процессы, регулировать свое состояние. И, конечно же, самое важное – это вовремя и быстро засыпать. То есть это очень хороший метод, который позволяет нормализовать сон. Соответственно, когда человек ложится вовремя, высыпается, у него, еще раз повторюсь, нормально функционирует нервная, иммунная система, у него крепкий иммунитет, что позволяет ему бороться вот с какими-то новообразованиями. Вот. И второй метод тоже, который практикуется в Германии, это иммуногенная терапия тела. Ее создатель немецкий профессор, доктор медицинских наук Вольфганг Лёш. Это метод, который позволяет человеку исцелять себя посредством имагинации, посредством представления того, как я исцеляю свое тело. То есть, если так условно сказать, человек представляет, как он сам себя исцеляет. Это на уровне такого образного мышления, на бессознательном уровне. И у доктора Лёша были пациенты с третьей, четвертой стадии рака, и эти люди выздоравливали. То есть у них наступала полная ремиссия, очень длительная. То есть он помогал людям просто поверить в то, что они в состоянии своими силами исцелить себя. Но, конечно же, еще раз повторюсь, это всегда работает только параллельно с докторской, врачебной помощью. Да, то есть нельзя просто прийти к психологу, проигнорировав рекомендации врача. То есть когда есть вот такая команда, командные действия, когда есть пациент, который понимает, что нужно выполнять назначение лечащего врача, рекомендации психолога, когда он все это делает, то, конечно, прогноз будет очень положительным. Ну, як я розумію, ще один член цієї команди, або навіть декілька членів, це родина, близькі люди. Як вони можуть посприяти на те, щоб людина з онкологічним захворюванням більш швидше одужала, або відчувала себе принаймні легше та спокійніше? Членам сім'ї дуже важливо розуміти, що від їх підтримки, від їх відношення до болезні залежить дуже багато, тому що люди з такими тяжкими захворюваннями, они становятся, чувствуют такую, знаете, вот беспомощность, им нужна поддержка. И я знаю, что вот в Германии это точно, и я знаю, что уже в Украине тоже начали это проводить. Во-первых, проводятся занятия с врачами, их учат, как правильно человеку говорить вот эту информацию, потому что очень важно преподнести информацию так, чтобы человек в момент получения известия, ну, не получил, я не знаю, там, разрыв сердца, да, грубо говоря, чтобы это не было таким шоком. То есть очень важно деликатно, экологично сказать, да, есть заболевание, есть определенные проблемы, но опять-таки сразу обозначить, что есть какие-то выходы и варианты лечения. То же самое проводится с родными. Родных нужно инструктировать, как относиться к этой ситуации, что они могут сделать. Потому что
А мы же понимаем, что семьи разные, взаимоотношения в семьях тоже очень разные. И вот здесь нужно понимать, что эта болезнь, она дается не только человеку, который болеет, она дается всему его окружению. И это какое-то определенное испытание, с которым придется справиться вот этим людям. И от того, насколько они будут сплоченными, дружными, насколько у них будет такое ощущение взаимопомощи и взаимной поддержки, будет зависеть результаты. А чи не буває таких проблем, можливо, знову ж таки, я помиляюсь, що людина навпаки сприймає таку підтримку досить агресивно, вона вважає, що до неї якось особливо ставляться, це не потрібно для неї, от бувають такі моменти? Знаєте, ситуації бувають різні, тому що люди різні. Понятно, що тут в рамках ефіру ми не можемо з вами перечислить все возможные варианты. Понятно, что этих вариантов может быть бесконечное множество. Но здесь нужно понимать, что, во-первых, надо инструктировать родных, объяснить им, что это за заболевание, какой прогноз на излечение и как нужно себя вести для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно. И человек, который болеет, также нужно работать и с ним, объяснять, что вам сейчас очень важна поддержка. Понятно, что если у человека очень сложные отношения с близкими, да, бывают такие ситуации, когда человеку не хочется идти домой, когда такие напряженные конфликтные ситуации, тогда, конечно же, ну, если есть возможность, лучше лечь в стационар для того, чтобы минимизировать вот это общение. Но опять-таки человеку нужно понимать, что пройдет время, и он снова вернется в свою семью, и ему нужно будет научиться справляться вот с этой ситуацией. И ситуация дана для того, чтобы все-таки изменилась она, для того, чтобы изменить отношение к себе, к близким и к происходящему. Ничего не бывает просто так. Впоратися самостійно, без допомоги кваліфікованого фахівця, без, знову ж таки, підтримки, можливо? Знаете, возможно, если у человека такая достаточно такая сильная, вот такая, знаете, вот сила воли, такая вот сила к жизни, может и получится. Но я думаю, что не будет лишним обратиться за помощью к психологу, к специалисту. Потому что одна голова хорошо, да, две головы уже. Тем более психолог – это человек, который обладает специальными знаниями, специально обученный. Это человек, которого готовят к работе вот с такими людьми. И человек болеющий, он не может знать вот этих всех нюансов. Он не может знать. Поэтому, конечно, лучше обратиться, проконсультироваться. А якщо підсумувати так нашу прес-конференцію, повертаючись до початку, до психосоматики, який ми можемо зробити висновок? Роль психосоматики в розвитку раку, вона взагалі є і яка? Безусловно. Безусловно. Ко мне приходят пациенты от врачей-онкологов в тот момент, когда врач понимает, что свою функцию врача он уже выполнил, и он упирается в психологические причины возникновения рака. И здесь нужна именно помощь психолога. Какие причины? Мы уже говорили об этом, да, это длительные хронические стрессы, это особенности, личностные особенности, особенности восприятия человека. То есть, конечно, когда это все в комплексе, то вот мы имеем как следствие такое серьезное тяжелое заболевание, когда эти причины срабатывают. Опять-таки повторюсь, это психотравмирующие события, которые человек пережил в раннем детстве и незадолго до обнаружения, до возникновения обнаружения болезни. Що ж, я дякую вам за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Дуже цікаво і сподіваюся, наші глядачі почули корисну для них інформацію. Сьогодні говорили про психосоматику раку та як допомагати людям, у яких виявили онкологічні захворювання. Відповідала на всі наші запитання наша гостя, психологиня Катерина Міллер. Ще раз дякуємо вам за прес-конференцію. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!